Видеоурок простой да нельзя. Как сделать кольцевую лампу? Берем картонку, рисуем на ней круг. Как я нарисовала? Приложила сюда кастрюлю. Просто я ввела. Дальше нам понадобятся новогодние гирлянды. Так, раз. Светодиодные. Покупаются в любом магазине. Недорого. Тут подумала, не буду даже вырезать круг. Вырезала вверх от коробки, положила вниз коробки. И вот моя кольцевая лампа. Пока только эскиз. Вот эти гирлянды, ну, гривен 100 штук. А что включить? Не в ту сторону. Во, три гирлянды. Вот так. Сейчас покажу портрет. Просто приклеить их, мне кажется, и все. И не надо больше ничего. Вот обычный домашний свет без лампы. И вот я ее ставлю напротив, ну не напротив, а за фотоаппаратом. Вот с лампой, вот без. Я ее даже убираю где-то в бок. Угу. И вот с лампой. Дешево, сердито. 300 гривен на эти гирлянды. Хотя, если купить светодиодную ленту в строительном магазине, но я не электрик, я вот так сделала. Сделаю звездочку посередине и буду загинать, чтобы была дырка такая. Так обрезала, буду загинать и делать такое кольцо. Вот залепила скотчем, чтобы была такая окружность. Так обрезала, сейчас скотчем вот это вот зафиксирую. Прелесть, скотчем обклеила вот. Сейчас еще фольгой замотаю. Обклеила, угадайте чем? Да, это именно этот пакет мусорный для вида, чтобы было черное сзади. Еще фольга и все. Вот так вот замечательно я заклеила фольгой. Вот так вот. Это гирлянда номер раз. Вот так я ее приклеила. Вторую, видите, наклеила гирлянду. Я клеем пистолет. Вот я приклеила третью гирлянду. Посмотрите, раз, два. И сейчас, ой, палец не влазит. Ой, надо будет по-другому делать. Три. Нормально, короче. И раз, два, три. Разное направление сделала. Ну, три. Три. Вот. Ну, чтобы вы как бы понимали, да? Раз. Два. Три. Это я еще старалась. Делала как-то похожим на лампу. Вот черное пыталась сделать сзади. Вообще можно вообще не стараться. Тупо на любой картон, вот так по кругу. Прилепить скотчем. Кстати, третью гирлянду я даже не приклеила на клей пистолет. Просто так зацепляла за предыдущие. Многие обматывают, например, этой бумагой для выпечки, вот как называется. Напишите в комментариях. Или же белым скотчем для рассеянного света. Меня все устраивает. У меня все и так рассеяно. Вот. Как по мне, прекрасно. Кстати, продукция даже стоит вот на столе. Благодаря тому, что она с коробки. Стоит на столе. Немножко она вот так согнута сверху. Поэтому можно поставить... Можно, мне кажется, поставить на стол стул. Или же какие-то книги. И наверх эту штуку. И не нужен даже штатив. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх. До новых встреч!